И всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик, Деканин и Никитос. Никитос, Всем Деканин, привет. привет. Привет всем. Играем в выживание с динозаврами. О, ты меня пнул, спасибо. Че долго, У долго нас, пьешь? короче, вот этот трипли, это Никитос, или как там его Конечно. трипли, да. А вот Деканинчик, он ползет. Деканинчик у нас в броне, мы его не пускаем. Дверь Че, дверь закрыли. сломаю, ладно. А Никитосу нужно сделать броню и всякие интересные вещи. Мы тут построили остров, купол такой, защиту от кракенов, чтобы они нас не загриферили. Слушай, ты что там роешь? Гриферишь нас. Ай, Пошел вон ай. отсюда. У нас не так много досок. Блин. А, не, вот доски есть, отлично. Доски, сейчас я сдам доски. Ну ладно, подожди, вот. Криво поставил. Вот ты кривожопый. А где дверь, урод? Лети отсюда. Пошел А вы вон. что творите? Только не ударь этого Сейчас он беднягу. умрет. Ай. А у нас вреда не наносит друг другу вообще никак. Только Так, откидывает. да. А, нет, слышь, мне одно сердечко сняло. Да? А у меня тоже вон половинку сняло. Да хорош. Портить броню. О, меч А. валяется. Стой, верни мой меч. Не отдавай. Мочью. Слушай, мне жрать нужно что-нибудь. У нас уже жрачка и проблемка. Меня есть. На, лови. Сколько много там? Кукурузки ты мне дал? 13 штук. А, спасибо. Я просто здесь для рассады оставил некоторое количество. Хочу это, которое клевое такое, золотое яблоко, которое там. А, дверь поставь обратно, что ты ее выломал-то? Сейчас. Нет, не трек полный, сейчас я скрафчу что-нибудь. Так, смотри, я чуваку скрафчу. Так, Никите, да. что-нибудь. Так, где у нас ресы? Я Броню тут. там ее скрафти, я не знаю. Я, в принципе, меч могу крафтануть. Ну вот этот, Давай титаниумную хрень. я тогда кирку меч ему скрафчу, там все остальное, это понятно. Подожди, давай лучше я ему все скрафчу. Ты знаешь, что сделать? Вот здесь нужно сделать уровни. А, ну давай, короче, ты ему все крафть. Где ты? Иди сюда. Тут. Я тебе дам титаниум, ураниум. А Железо есть? у меня все есть. А, А, подожди, я ну железо мало. тогда все лишнее в сундук. Ты ему Давай. скрафть броню, мечи и все такое. Ну, все, что ему нужно будет. А я Так. пока сделаю многоуровневую здесь Ты ферму. мне дай лучше железо. Где у тебя железо? У меня оно, вот. У меня всего 8 железа, вот оно. По идее, должно хватить. Так, мне придется вот это все выломать. Чертовой бабушке. И вот Так, это еще. Нет, ну это не будем, наверное, выламывать. Вот здесь вот так подломаем немножко. вот. Ну, тут, кстати, ураниум, титаниум есть. Нам придется суперэффективные фермы здесь ставить, потому что А по-другому никак. я сейчас дверь сделаю. Так, а я пока выкину все, что мне не нужно. Так, не, вот эту придется убрать. Так, вот Вот это так. излишки. Нам очень много еды понадобится в будущем. Короче, наша идея такова, что мы не должны выбираться на острова и добывать там что-то. Мы все должны выращивать здесь. Так, у меня Ну. дверь. Так, дверь. Отойди. Так, как она стояла там? Вон так вот, да? Да поставь как угодно, главное, чтобы дверь была. Эй, слушай, у кого есть земля? У меня, по-моему, да, у меня Дай есть. все, что есть. Так, точно есть. Так. Так, где у вас тут На похавать? землю и на землю. Молодец. Слышь, так, что ты спросил? Похавать, где у вас тут находится? Похавать вон у него, возьми кукурузки. Иди сюда, давай я дам. Оттуда не бери лучше, потому что Я мы могу скоро яблоки дать. На, яблоки держи. А, лучше яблоки, да, кукурузу не жри. Она нам. Дай мне кукурузу обратно. Она для посадок нужна. Да. Все. У меня еще яблоки есть У другие. тебя. Вот А, это. хорошо, что я не все железо тебе отдал. Надо ведро скрафтить. Ах ты! Ну, я два ведерочка. Ах ты! Тебе нужно? На, Сейчас, сколько железо. тебе осталось? Так. Ты ему скрафт броню, все такое. А, ну вот все должно хватить. Так, сейчас я детали все куда-то сложу. Так, еще сундук. Так, теперь нужно вот так здесь залить все. Палки мне Грамотно, чтобы нужны. здесь все увлажнялось. Было влажненько как. А, слышь, у меня стейки еще 17 штук Какого есть. хрена у меня две двери? Не знаю. У тебя стейки есть? Да, у Ах меня ты стейки. бургерный король. У кого мотыга есть? Кто-нибудь крафтил мотыгу? О, у меня золотых слитков куча-куча. Давайте золотыми слитками украшать. Давай я золотую мотыгу мне. Зачем тебе мотыга золотая? У меня мотыга вообще, ну я сам сделал, ладно, хрен с ним. Так, сделай это титаниумную там. Да я уже сделал золотую. Золотую сделал, ну ладно.
Ребят, у меня золотые мотыга. Прикольно. Еще ураниума у них стыков. Кстати, вода же увлажняет на 3 блока в длину, да? Насколько я помню. Или на 2? Кто помнит? На 2. Блин, надо мотыгу, блядь, это сломалось. Ой, материться нехорошо. Ну, блин, это сломалось, короче. А как сделать титаниумную? Слушай, дай железо. А, ну ладно, я сделаю каменную. Хрен с ним. Я хочу красную эту палочку, знаешь, которая взрывает это все. А, для этого нужен рубин. Этот, да. Так, что у меня есть? Так, у меня по 2 стека титаниума, ураниума и железа. Так. Сейчас я тебе все сделаю. Так, меч. Чем так, с меча? У меня, короче, смотри. А ты чё ему ничего не сделал еще? Я вот, я тут убирал все лишнее. А, понял. Так. А то он ходит как бедный родственник, не знает, куда себя деть. Бедный. Плачет, жалуется, что такие вот уроды, скотины и козлы меня окружают. Ну, когда он это говорит, в основном он тебя имеет в виду, конечно. Так ведь и обидеться можно. Ну, тебе, в принципе, и надо бы. И, короче, вот так сделаю. Ой, я сюда сяду. Какая грамотная тема. Чтоб не топтать посадки, лесенки тут делаю, все такое. На уже. Так, где? Где ты? На тебе уже лопата. Так, смотрите. Лопата, первый. Меч. На первом уровне. Может, арбузы посадить на первом уровне? 95. Тебе делать нечего? Или морковки. Давайте морковки посадим. Так, слышишь, броня там сначала титанием или ураниум? Вот во втором слоте. Ну, хотела она сейчас... Там посмотри, парец. Там, а, я да, не вот. Знаю, я правильно сделал. Так. Жаль, на стекло не ставится факел, конечно. Так, железо посередине. Титанием. Как на стекло поставить факел, никто не знает. А я бы никому-то не поставил. Ну, ничего, так тебе и надо. Так, все, что у нас есть, нужно сажать. А вдруг кто-то хочет от моего леса смотреть, как я тут крафчу стою, например. Ну пусть смотрит твои рецепты крафта. Так, я, короче, все, что есть у нас, сажаю. Пусть растет себе на здоровье. Я забыл. А, вот так. Можно еще деревья посадить, кстати. Да, я прав. Я прав. Так. И что там у нас еще? Ботинки. Как ботинки делаются? Ага. Так вот. Так вот. Жалко, что кукуруза такая высокая, короче. Кукуруза. Так, где ты? Где ты? На тебе царицы уже. Ой, я тут. Кукурузе. Так, и пшеничка. Ну, пшеничка-то. Че ее сажать-то вообще? Так вот будет. У нас семян не так много. Кстати. Благодарю. Так, кирку я тебе еще не сделал, да? Нет. Так, кирку я тебе еще не делал. Так, кирка у нас слушай, как? Арбузики давай посадим. Арбузики это хорошо. Арбузики, они растут как дыни, да? Через этот росточек и потом. Как да. Тыквы. Да, да, да. Да? Да, да. Тогда значит их сюда сажать не надо, они потому что будут хуярить. О. Так. Фигачить другие стороны. Размастерился тут. Вон кирка валяется, вон. Вон кирка. Да нафиг ему твоя кирка, сдурость. Нищий. Так, топор я тебе еще, да, должен сделать? Ну и мотыгу, наверное. Мотыгу надо, нет? Да не надо. Нафиг ему мотыга. Хорошая мотыга. Что? Некачественная, сделана некачественными руками некачественного человека. В Китае. Твои российская сборка. Так, на топор. А что, на полублоке тоже не ставится эта хрень? Так, а я себе хочу лук вообще сделать. Зачем? Хочу я себе лук, что? Застрелиться. Тебя застреляй. Вот так. Где мне пауков найти на ночь? А у меня есть нитки. О, дай мне. Никогда в жизни. Да. Дай три нитки. На. Ну, три всего лишь. О. Я тебе побольше дам. Ну, сколько тут не дал? Не знаю, сколько там. Где их вообще чуть не вижу? Ничего не дал. Он обратно их взял. Не, а, да, точно. На. О. О, теперь мои. Так. Вот так. Там лук красится. Ага, ты так, это так, это так. Я тут так. Освещение делаю для этого, для нашей плантации. Кто хочет стать фермером? Я, только я.
Лес рук, лес рук. Все, в школу находился, тут лес рук. Смотри, блин, все факелы такие, а тут, блин, такие. Ну, о, конопля растет, прикольно. Ох, интересно, кукуруза. Отлично, лук. Лук? Это не лук. Так, давай я дерево здесь посажу, он интересно вот вырастет. А? Как думаешь? Да ты чё, он тут всё нафиг задел? Посмотрим, он крышу, наверное, проломит. Ай! Убью! Эй, не топчи! Ты, блин, вытоптал все. Ай! Сам виноват. Кукурузку вытоптал. Ну туда не прыгай, иди отсюда. А! Может мне тоже сделать? А где этот чувак? Ты ему сделал все? Да. Да, 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 он не сидел. Видишь, бегает. Молодец. Хорошая девочка. Че? Пошел. Лети отсюда, так, мой дорогой друг. Что делать, что делать? Иди отсюда. Идите в шахту, набудьте что-нибудь. Иди отсюда. Хорош, давай. Ай, не блочь, я хочу этого крокодила убить. Я тут хочу для дверей. Дверь горит, тушите, тушите, дверь горит. Тушите, дверь ломают, блин. Душите. Так, здесь посадим, здесь посадим. Да, блин. Я, кстати, ваши ники путаю, у вас обоих на Т. Даже, в принципе, по размеру похожий. Такой вообще. Мы братья, троюродные. Да-да-да. Наверное. Наверное. Наверное, да. Пляшка растет. Вот все, что вы надо, посадили, короче, нормальная серия. Так, что еще? Короче, в шахту я пойду. Ну. Закрывайте дверь за собой, бездельники. С вами тут. Ты что тут канатрюк у нас сидел? Вообще офигели. Ты монстров боишься? Кто? Ты. Я их обожаю. Ты вообще их любишь, да? Я монстрофил. Монстрофил? А ты не умничай. Ай, да тихо ты. Что-то мало. Что ты крафтишь? А зачем мне две двери? Вот я не пойму, блин. Ну нафига мне сунули эти дверцы? Вот эти тоже мне не нужны. Ведра на голову одень себе. Дали мне ведерок. Так, первый уровень фермы я сделал. Прикольно. Я теперь хочу животных. Давайте. Нам нужно больше железа. У меня ведро есть. Чада буду я железо, без проблем. У нас алмазы с тагами, нам железо. Слышишь, тут крокодилы. Ой. Железо они, нашел. Они безопасны. Нет, я их все равно убью. А, кстати, про крокодилов. Надо сделать этот лук. Ой, еще какая-то... Стопендра, а кто весь ураниум, титаниум забрал? Вот что, зачем вам столько? Слышь, деканин, отдай титаниум. Сейчас, этими крокодилами разберусь. Там же несколько стаков было. Что тут песок добывал? Да. Ну, я лопату тестировал, как она будет под водой. Офигенно. Что-то у меня еды маловато. Надо поесть. Так. Яблоки есть все? Ящик. Так, так. Так, так. Так, так и вот так. Что-то я сейчас. А железо? Железо вот, да, две штуки. Ну там ему хватит всего. Офигел, блин, жлобера. Так, у меня больше нету. У меня не переплавленная есть. Давай печи. Где печи нам поставить лучше? Вот здесь, наверное, у входа. Что-то много-то печей поставил так-то. Не умничай. Все четко. Пирамидка. Какая пирамидка? Это специальная схема против фашистов. Эй, хорош. Гуляй отсюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, у меня. Не надо на ферму мою топтать тут. Пошел вон. В дверь! В дверь! В дверь! Блин! Сам топтаешь. Ну, короче, больше так не делай. Так, давай, да, все. Ну надо поесть. Так, что за розовая фигня? Что за розовая руда какая-то? Так, ладно, я, короче, в шахте. Это руда голубых. Если ее добудешь, ты автоматически. Я же в прошлой серии любил ее добывать, в общем. Ага, конечно, конечно. Ты лучше ее не добывай, превращаться можешь.
Мне нравятся как эти штуковины-то. Такие типа крокодильщиков, немного похож скунс или как они. Которые воняют, и от них это... Как его, головокружение там или что-то там. Да-да-да. Прикольные вещи. А, у меня же, блин, у кости есть, что я тут То! выращиваю, выращиваю. И вот тут кости. А Сейчас я шахта кост могу. какая-нибудь есть? Я хочу просто кирку потестить. Да, тести где хочешь вообще. О, красный. Смотри, костная мука на А кукурузке не чем вы работает. рационе добываете? Нафиг он нужен? Механизмы? Ты умеешь делать механизмы? Да. Когда ты научился? Да, блин, так сложно вообще. Хоть я в Майнкрафте пару дней. А, тут лава! Вот и да. Лава фигня, я тут добыл много этих Понятно. саженцев, не Я тут саженцев, рестон добываю семян. лучше. Так, что-то больно темновато как-то. Картошку тут копаю, как белорус. Вы чё там? Не знаю, я он с... О! Так, Лазурит. у меня Ух ты! 15 семян этих, 9 этих. Ух Почему так ты! мало? Это морковка, блин, невыгодная какая-то хрень. Ай, да хватит в лаве сгорать. Надоели. О. Морковки закопал 6, получил 9. Чё так мало? Вообще невыгодно Давайте выращивать. сделаем портал в ад. А, давай, хорошо. Интересно, здесь в аду обычные мобы или тоже Нет, мне вот интересно, что за... специфические? Я еще пока не... И может и был в аду, я не помню уже. Наверное, обычные. Чё Камень я фундуй есть. забил нашу эту фасадками? Так, ну я тут добыл, короче, сейчас скажу сколько. Уже 13 обсидианов. Думаю, хватит. Ну, если ты не косорукий, да. А, да лава, надоело. Обсидиан мы это. О, отлично, молодец. Хороший обсидиан. А, я обсидиан сгорел. Шахтер вернулся. Опа. Какой Так. шахтер? Ты что ли? Ну. Шахтер вернулся. Так, тут же. Такой он крутой. Ну, Ну, кстати, тут так. О, фига она невыгодное какая-то. фермерство в этом моде вообще. Так, и это тоже я добыл. Я тут работаю, не покладая ног и не моя рук. Ну или что-то в этом роде. Ну, самому тут. А я уже морковку жрать готов, а не Так, сажать. ты Сажу мне кадр. тоже добыл для зажигалки. Какие зажигалки? М? Его можно и без зажигалки поджечь. Не знаю, но я Ты не хочу знать. умеешь. Да, там можно хоть плава и хоть Короче, луком. вот хаф Мне интересно, я. луком поджигается? А? Не, не Луком знаю, поджигается? может быть. Железо добыто, я картошку жарить поставил. А, чё я парюсь? Я же в Так, лаве не тебе горю. кости нужны. Кости нужны мне. Кости, Слышь, да. я же в лаве не горю ведь. Я забыл Почему? совсем. А, ну пойди, да. Ну вообще-то горишь, только не сильно. Да, там очень слабо. То же самое, как в На-на-на, воде. стой-стой-стой, на-на. Сколько их у тебя? Целых Две? 9. 9. А, нормально. Ну пойдет хоть. Какой? У меня куча Хоть. обсидиана, я хочу домик из обсидиана. Самый крепкий материал, как-никак. Угу. Самый крепкий материал — это тупость. Она никогда не рушится. Я тут песок поставил, сейчас песок начнет гореть. О, черт. Мне беспорядочные пока посадки, просто я количество картошки хочу увеличить Я в в лаву залез. белорусской экономике. Ай да, вылезай уже из лавы, не хочу. Неприятно Давайте это сюда чувство, когда в лаве сходим. плаваешь. Да, обычно все кайфовали от этого. А ты не кайфуешь. Где моя картоха? Да как будто на креативе. Картоху же... Почему? Ну, типа на лаву пофиг. А, ну, есть тут мобы, на которых... Вон царь скорпионов. Кстати, может на царя пойдем? Вдвоем. Или Троем даже. втроем? У Я их него же добыл. есть это? Ух ты, Лук, это меч еще и добываю. броня. М? А, слышь, я ураниумные блоки нашел. Где? Вон копаю тут, в шахте. Прям блоки-блоки Ну, или... не блоки, а типа руду. А, ну руды здесь много. Такой. Вон я 4 штуки нашел, ничего себе. Так, а этот, Никитос, ты что тут Чё? лазишь? А, чё? Хочешь девушку себе? Вон Дико ты. она. Гаси, гаси. Гаси, я не попадаю. Ту-дум. На этом уровне буду копать. Слушай, пошли на охоту. Погнали. Вон в пустыне есть эти скорпионы. И чё, и от них падает? Не знаю, фигня всякая. Но если царя скорпионов, там А, падает пошли много. железо добывать в этом. Как он там?
там. Оставим этого убогого. Подожди, я же с вами это еще. Ты я уже иду. Я уже иду. А тут скорпионы ночью только, надо таймсет делать. Мы его убьем, я убивал его уже один раз. Только нам золотых яблок не помешало побольше. Потому что он даже эту броню пробивает нормально так. Отравляется такое. Вон, видишь, скорпиончики, иди сюда. Сейчас. У тебя золотые яблоки, не особо способны. Ну там 8 штук всего. Вон, страусы, скорпиончики, ага, вот они, вижу. Мелкие. Ну-ка, убивай. Готов. Молодец. Вон, страусня. Страусня. Ох ты. Так, вопрос. О, крипер! Блин, я его убил случайно. Так, мы без тебя, короче, охотимся, да? Я железо нашел. Нафиг нам твое железо, у нас его много уже. Вот этих тварей тоже надо убивать. А, что такое? Я ничего не вижу. Ух ты. Так, ну поплыли, что? Смотри, я утыкал дом стрелами. Стрелы у тебя бесконечные у этого лука? Практически, да. Да. У него только износ идет. Вон, страусиное мясо можно похавать. Гаси на того птицу. Это не птица. Это самолет. Нет, это Супермен. Она золотая, у нее яблоки есть, слышь. Останавливай. Я почти попал. А вот с красных птиц. О, перышко. С красных птиц падает это. Ну как это называется, хрень? Руби. А. Ты же хотел сделать ту палку, которая взрывает. Красных птичек да. Убивай. Кого так, убивать? Короче, я таймсет делаю. Делаю. А что там ночь, что ли? Таймсет. Ну, 2000. Ну нет, 1000 пусть будет. Ферму надо делать, потом зачаровалку можно. А где? А что у меня? Я что, утро установил? Я зачаровать не умею. А, нет, 2000 надо сделать. Понятно. Ну, на скорпиончиков пойдем охотиться. Угу. Что за фигня? А ты поставь там. Найдете этот красный, то давайте его. Поставь 23.00. 100. Какой-то неправильный таймсет. Раньше работал хорошо. 5000. Блин, поставил факел, прям солнце убралось только. Вон оно наверху. Самый зенит. Я не пойму, как это сделать. Раньше делалось. Так, ну давай поставлю 20. Вон оно на восходе. Так, миллиард надо сделать. Миллиард. Ну, наконец-то. Все, ждем, короче, появления скорпионов. Пошли за мной. Угу. Вот, пиздюк-зомби. Пиздюк-зомби. Страусни. Пиздюк-зомби. Прощай, пиздюк-зомби. Страусов лучше не иди. Жестокие люди. Так, вон, видишь, скорпиончики. Что за херня? Скоро от этих царей скорпионов нам деваться некуда будет. А пока их нету. А, ничего. Побегаем пока по кругу. Вон скорпион, видишь? Угу. Где эти мелкие вон твари, еще. Там и цари. Кстати, этот рождает этих в огромных количествах царь. Опа-опа. Ух ты. Нам бы пора уже начинать зачаривать предметы. По идее-то. Да. Опыта-то много. О, вот. Нитки. Я картофан пожру. И что надо? Две нитки сделать. Вот, найди точнее, сделать мне лук. Так. Опа-на. Скорпион. Да, хорош. Нам царь нужен, царь. А где он обычно? В земле где-то появляется, да? Эндерменчики. Да не, вот здесь он должен появляться где-то рядом. Пойдем дальше. У нас же чекпоинты выставлены, мы не потеряемся, по идее. Ну. Я не выставил. Выставляй. Крип. Это ты, что ли, меня? Да нет, это крипер. Смотри, пиздюк. Нет, триллиард при мне просто. Триллиард. Три лучника. Войти сейчас. Готов. Вон еще и золотой, блин. Это вообще... О, скорпион. Большой? Да, я маленький. Смотри, крипер не убивает. А, все. Убиваем, убиваем. Вон царь скорпионов, дуй ко мне, быстрее. Я сейчас А, вижу. Видишь, от них отскакивает.
Сейчас. Я его ранил, откинул. Надо его прижать, короче, к скале, чтобы он не этот. Вообще его заагрю на себя. Ай, горю, горю, горю. Вот он бежит на меня, на меня, на меня, на меня. Я его на воду. У тебя малой бежит, малой бежит. Давай, 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 царя, 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 царя. С него знаешь, сколько полезного падает? Офигеешь от этой жизни. Еще малые. Мог бы помочь тоже, блин. Деканин. Опа, полетел. Не надо было его в воду, зря, зря, зря. Ждем, пока он выплывет. Да, блин. Вот куда я пришел? Ну вот куда ты... Он еще и уходит. Сейчас я поближе загрюсь. Рукой его ударь просто. Вот, наконец-то на меня. Нет. А, да-да-да-да. Сюда, иди сюда. Что за... Не надо было ни в коем случае так делать больше. Пинай его к скале. Давай, ты его гони, я его сейчас сзади. Вот. Да не... блин, ты куда загрел на себя? Давай. Ни хрена себе. А ну-ка, сейчас я его толкну. Так, 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 эти малые. Ты бы его пнул бы, вообще было бы классно, а не малых. Сейчас, да и не мешает просто. Вот. Сейчас, вот я помогу сейчас. Ты мне не помог. Он меня хочет убить. Я спокойно. О. Стой. Давай его сюда. Иди в обход, в обход, в обход. Да, кидай его сюда. Давай. Я его дай ему. Да, есть. Молодец. Блин, он меня кинул. Он меня кинул, блин. Сейчас я его стрелочками. Ага, все, 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 все. Главное, не откидывать теперь его обратно. Жалко, что все его вещи. Не надо мечом, не надо. Стрелой, луком, луком. У тебя есть лук? Нет, у меня лука. Стой тогда, не бей его, не бей, не бей, нужно его обойти. Мы его в бок скидываем, отойди от меня. Ага, все, ништяк, ништяк, 100 с кп всего-то. Убивай мелких, которые рядом со мной. Убил прям. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тут царя скорпионов скоро замочим. Ооо, я сейчас офигел просто, я чуть не сдох. Пока ты фигней тут страдаешь. Да мне, короче, блок этого кремния упал. Он за страусами пошел, вот тварь. Не надо в него пока стрелять. Так, так он. Мелких убивай, которые рядом. Блин. Ага, все, уже немного осталось. На тебе. Скорпион. Это не царь скорпионов, это император скорпионов, короче. А царь это еще лучше будет. Не, ну он называется так, а так царем я его называю вечно. Сейчас он умрет. Только не собирай ресурсы, посмотрим, что с него выпало. Не собирай, не собирай, обсидиан. Не собирай. Я не собираю, не собираю. Обсидиан тут. И сапожки какие-то блатные. Что это? Сапожки. Очень прикольно. Ну что-то мало, блин. Собирай, не густо. Как? А что за блатные сапожки? Алмазные О, ботинки раз... зачаренные, хочешь? О, обсидиан есть, надо. О, давай. Окей, подожди. У нас обсидиан есть, мы можем порталваться сделать. А может за бабацаем сейчас прям. Подожди, только нам не хватает еще чуть-чуть. А сколько их 5? 5 штук. У меня один только. Чего мне не хватает? Обсидия. У меня их стек. Да нафиг ты нужен. Я дома. Вот убили царя скорпиона в этой серии. Неплохо. Неплохо. О господи, мы можем упасть. А ничего, что я нашу шахту залил? Ты офигел вообще? У нас там деревья выросли, между прочим. О, это слышь. Да, ну, кукуруза он растет, скоро вырастет. Зачем тебе тростник, он мне нужен? А, не знаю. Зачаровал к нам. Пошли до страусов покатаемся. Он, гад, он хочет моего страуса прихватизировать. Это мой! Это мой! Не достайся ты никому. Так, чекпоинт. Блин, он страус убил. Страус, страус, страус. Мой страус. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Так, у нас куча печек. Ты куда? Догоняй, лошара. Вон еще один. Он был голуб, я бы. Вон еще один. Да подожди, я тебе ресурсы хочу дать. А, все уже. А что, я его убил, что ли? Сам? Так,
меня... О, у меня 6 Я нитей. пошел отсюда, ну его нафиг. Слышь, стой. Куда ты? Сделай мне лук. Там его обычно делается или как? Слышь, стой. Ты куда? Ты, блин, Размечтался, сюда. блин. Хочет твою курицу убить. Пошел Дай ты. Я домой сюда. пошел, короче. Я его припаркую у дома. Он, знаешь, по воде ходит. Да ладно. Я его, короче, вот здесь ему парковку сделаю специальную. У меня тоже есть страус. У тебя нет страуса. Уже есть. У тебя он фальшивый, не настоящий. Ага. Завидуй. У меня страус. У тебя перья не фиолетовые. Опа-на. Тормози, тормози, Опа. курица, тормози, 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 курица. Все, Опа, видал? молодец. А ну-ка иди сюда. Ты иди ты нафиг. Курица, сейчас твою замочу. Ладно, пошли к этому неудачнику, который залил все. Да шучу я, ничего не залил. Вася, ты что тут творишь? О, смотри, как конопля выросла. Высокая такая. Так. Это, сы, стой, на тебе. Нити, сделай мне лук. Обсидиан давай. На. И ты тоже давай. А войдешься? Жрет еще, блин, с котидом такая, блин. На, все забирай. Давай быстро, и топор отдай. 46 обсидиана. Ты что, она так быстро добывает? Да не надо было, блин, пинать в этот капустник, я тебе сколько раз говорю. Сам виноват. Тупишь и так тупишь. Успокойся. Успокойся, сам успокойся. У меня очень сильный меч. Опять в этот капустник кинул. Он, блин, да сейчас... Вот мы его сейчас затопчем. Держать. Ты тоже не расслабляйся. Хорош. Давайте на улице лучше. Не надо топтать мои капусты. Ай, капустник. Вы задолбали мои посадочки. Мои конопляшечку толкает. Все, хорош, ладно. О, страус на доме сидит. Девушка пришла, девушка, она ко мне, она моя. Где мои? Страус на доме, я за страусом. Это мы их посадили туда. Страус на доме сидит. Домой. Он хочет наших страусов. Смотри. Девочка, иди ко мне. Отойди. Вы что, офигели? Тут грифель отстает. Что ты вышел? Иди лук мне делай, слышишь? Я девушку соблазняю. А! Блин, не допрыгнул. Там в рецептах крафта, посмотри, что ты паришься-то. Опа. Ты что, утопил мою девку? Да. Ах ты скотина! Правильно, так и надо. Кто меня бьет? Да дай вскопать от его блоки, блин. Страусы! Я тебя перекину, давай я тебя перекину. Ага. Где эта скотина? Иди ты лук делай, слышь? Пошел ты. Иди лук делай, я убью ее. Ай, блин. Ага, не убьешь. Иди домой. Ты умер, почему? Где мой страус? Я страуса утопил. Так, да ты чё, где курицы? Ты обоих потерял, что ли? А, вот, одна. Вон, две Упс, курицы. Я ее убил. Одна моя, вот он. А, вот еще одна. У нее 5 хп всего. Ой, бедняжечка, кушай. Она все мои яблоки сожрала. Не надо девушек бить. Кто это камень плавит? Вообще офигели. Вон. Зажрались. Картошку всю ставали. Почти. Чё он лазит? Блин, чё пожрать? Там моя плавится, тихо тут. Слышь, стой, делай мне лук. В смысле, в крафтах посмотри. Иху! Где в крафтах? Я на страусе. Как только Е нажмешь, справа все блоки, все крафты. На нее нажимаешь, и у тебя появляется рецепт крафт. Бля, сейчас я домой страуса загоню. Так, тихо, страус не туда, вот сюда давай. Где эта летающая курица, блин? Вот, стой, 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 вернись. Так вот так вот, вот ниже, 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 давай. Это с кем ты общаешься, извращенец? Пошел вон. Откройте! Ну на, ща мы тебя откроем. Своей курицей тут не лазит, блин. Понаставил грязевых блоков. Пошел отсюда! Нет. Ща тёлка тут. Ты убил тёлку мою. Ой, куда ты бегаешь? Не хочу кукурузу ломать. Не трогай девок. Где железо все? Да, конечно, ты у него в постели будешь шакать, а не тут. Эх, хорош там топтать все. Страуса, курочку, подумай, замочил. Вот вторая курочка рядом. Кто нитки спер? Эй, ты нитки отдай хорош там драться. Что хорош, отдай мои нитки, слышь.
не дал. Чё, офигел, что Ты ли? сам их мне дал, а не Подожди, мои. обратно отдал мне свою, сука. Убили девку. Сами ее зарубили. Литки, быстро. Нет, не дал. На базу. Я их в лаву скину, они для этого и создали. Давай волейбол, ты чё, волейбол? Волейбол давай. Волейбол давай, я ее... Подача. Ай, блин. Сзади. Подача. Я его хочу, давай. Лови. Да блин, он сюда. Кривой мяч, вот, короче. Подача. Почему я всегда летаю? Че, расслабился? Совсем расслабился. Все, дорогие подписчики, всем спасибо за просмотр. На этом заканчивается первая серия. Ставьте побольше лайков, и будет выходить вторая. Ты че, тоже расслабился тут вообще? Я сломал твою кукурузу. Быстро почини. Ни за что. Мою конопляшечку ломают. Ты, бы ты офигел, где она? Где дырка, блин? Ты мне нитки не отдал. Сейчас я тебе туфлями закидаю, понял, чувак? На тебе, в лоб, в лоб, в лоб. Да нитки давай, мил. Нету ниток. На тебе тоже в лоб. В лоб, в лоб, в лоб, в лоб. Нитки, на. Да. Наконец-то. Здесь дай Спарта. Я тебе сейчас скрю. Не вставляйся. Курочка, побежали отсюда. Так, все, ребят. Пока-пока всем. Давайте.